Представляем вашему вниманию автокресло BeSafe Easy Up X3, предназначенное для детей от 4 до 12 лет, весом от 15 до 36 килограммов. Надежная боковая защита обеспечит безопасность вашему малышу в поездках. Спинка сиденья имеет свободный ход и может быть отрегулирована относительно спинки сиденья вашей машины. Кресло растет вместе с вашим ребенком. Высота подголовника и спинки сиденья регулируются поворотом ручек на задней стороне автокресла. Чехол автокресла можно снять и постирать при температуре 30 градусов. Ткань мягкая и приятная на ощупь. Также при помощи ручек по бокам можно отрегулировать положение сиденья по глубине. Автокресло сделано без подлокотников не случайно. Это позволяет избежать ошибок при установке. Часто ремень проходит над подлокотниками, а не под ней. И это приводит к травмам, так как ремень в таком случае повреждает живот. В связи с этим BeSafe был первым производителем, создавшим автокресло без подлокотников. Давайте посмотрим, как установить автокресло в ваш автомобиль. Автокресло устанавливается только по ходу движения машины при помощи штатного ремня безопасности. Ребенок будет фиксироваться внутри автокресла тем же трехточечным ремнем. Возьмите ремень безопасности и вставьте его в замок. Верхнюю часть ремня проведите через специальную направляющую под подголовником автокресла. Для этого отведите в бок красный фиксатор, заправьте ремень и верните фиксатор в прежнее положение. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.